Привет, с вами Иван, и сегодня я хочу разобрать риф команды Metallica, который называется Ronnie. Это песня с альбома Load, на мой взгляд, несколько недооцененная песня, а риф отличный. Итак, гитара у меня настроена на полтона ниже, это вот так. Седьмую струну я здесь не задействую, песня играется на шестиструнке на обычной. И на самом деле даже и шестая струна не особо не нужна, потому что риф начинается с пятой струны. И обратите внимание, на третьей струне делается небольшое такое вибрато. Если его не делать, риф звучит слишком плоско. Без вибрато. С вибрато. Оно добавляет соли и перца к рифу. Далее идет бенд на второй струне на четверть тона. То есть вот до сюда, до следующей ноты он не дотянут, он как бы где-то между. Вместо... Далее это повторяется. И затем идет блюзовый прием, он называется Double Stop. Я делаю бенд на втором ладу, к такой же ноте, как на третьем. Но одновременно я дергаю первую струну. Бенд и релиз. Далее опять возврат к началу рифу. И затем еще один дабл-стоп, но более сложный. Здесь делается одновременно первая и вторая струна. Два раза. И на третий раз идет бенд-релиз. Срыв. И возврат. А все вместе медленно. Вот такой вот риф. Как видно, по нотам несложный, но очень сложный в нюансах. С вами был Иван. Надеюсь, этот видеоурок вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео. Пока!